Дорогие друзья, с 4 по 17 августа 2017 года мы проводим сборы по смешанным единоборствам ММА. Сборы пройдут в городе Алексин Тульской области на спортивной базе под названием АК. На эти сборы мы пригласили 70 лучших спортсменов со всей России. Мое обращение, собственно, как раз к тем спортсменам, которым мы прислали вызовы. Друзья, прошу вас отнестись очень ответственно к этим сборам. Я хочу напомнить, что эти сборы проводятся на средства гранта, выделенные президентом Российской Федерации, грант-оператор Лига здоровья нации. Сейчас, Фома, я кино снимаю, я кино, снимаю, ты орешь, ну заберите его отсюда. Сборы организованы Ассоциацией спортивных, патриотических и ветеранских организаций «Щит и меч», где я, Иванов Иван, являюсь исполнительным директором. Также большой вклад в их организацию и проведение внес клуб смешанных единоборств «РОД». Именно тренерский состав клуба «РОД» организует тренировочный процесс и будет отвечать за функциональную техническую подготовку спортсменов. Ну и самый огромный вклад в организацию этих сборов внес Александр «Русский Витязь» Поветкин. Вместе с Александром мы реализовали уже 3 социально значимых проекта на средства гранта. Собственно, проведение сборов по единоборствам – это является одним из этапов социально значимого проекта «Возрождение мужества». Данный проект организован также в память о герое России Анатолии Лебеде. В ходе сборов с участниками мы просмотрим документальный фильм, посвященный Анатолию Лебедеву, под названием «Досье русского Рэмбо». Также с концертом для участников сборов выступит сослуживец, соратник Анатолия Лебедя Вячеслав Корнеев-Леший. Поддержать участников сборов приедут российские звезды единоборств: Александр «Русский Витязь» Поветкин, Сергей Харитонов, Денис Лебедев, Андрей «Белая акула» Семенов. Друзья, до скорой встречи, встретимся на Рутубе АК. Всем за все! Мы держим небо, да молчим. Это наша земля, мы за ценой не постоим. Сомкнут ряды, плечом в плечо, во славу рода, всем за все!